После визита в Министерство внутренних дел Абхазии и в Министерство обороны Рашид Нургалиев посетил администрацию президента Республики Абхазия. Во время встречи с Раулем Хаджимба заместитель секретаря Совета безопасности России обсудил ряд наиболее важных тем, касающихся безопасности Абхазии. Первая тема, которую мы сегодня, в общем-то, отработали, она позволит, наверное, нам шагнуть вперед. Мы сегодня повстречались в профильных высших министерствах и ведомствах, оценили совместное состояние и полагаю, что вот эти меры, которые мы вместе положим несколько позднее вам, послужат более, наверное, такому продвижению с точки зрения безопасности, правопорядка и закона. Я не сомневаюсь в том, что функции всех этих мероприятий будут реализованы. И все те материалы, которые находятся в ведомствах, и не сомневаюсь тоже, что в ближайшее время эти материалы получат реализацию и будут подписаны.